Лай, лай, ла, ла, лай, ла, ла, лай, ла, 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 лай, ла, ла, лай, ла, ла, лай, ла, 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 ла. Сижу я в тоске и костюме Бриони, на боковушке в плацкартном вагоне. Запах кур-гриль, табака, туалета. В кармане есть верту, но нету билета. Встал рано утром, включил телевизор, а там говорят: экономики кризис. Сначала в Америке, позже в Европе нависла глобальная. Раз всем, то и нас, чтобы не пропустили. Пиздец. Незаметно подкрался к России. Ну как незаметно? Уже целый год. Пиздец. Все сильнее и сильнее настает. Так это я замечу, между прочим, не просто хорошо, а даже очень-очень. А в том, что это плохо, соглашусь, едва ли. По крайней мере, чем-то мы Америку догнали. Кризис, чтоб не застал меня дома, решил для начала я звякнуть знакомым. А мне говорят: невозможен ваш вызов, на счете нет денег. Началось, сука, кризис. Спускаюсь в подъезд, не работает лифт. А хули, Мич, кризис? Лифтер говорит: под кризис и пес неизвестной породы демонстративно нагадил у входа. Так это я замечу, между прочим, не просто хорошо, а даже очень-очень. Вляпаться к нему еще и поутру. Примета есть такая: быть богатству и добру. Иду в магазин, он закрыт на обед. Такого не видел уже много лет. А что за обед? Время 9 утра. Смотри, у всех кризис, а этому жрать. Вас много таких, а я здесь одна. Не знаешь, что в кризис вступила страна? Так это я замечу, между прочим, не просто хорошо, а даже очень-очень. Жрать не будем, будем спортом заниматься. К Олимпиаде в Сочи мы уделаем китайцев. Я радостно в офис спешу на работу, а там тишина, как будто в субботу. А что так темно и молчание кругом? Так кризис, и теперь экономим на всем. На технике, на телефонах, на свете, бумаге, чернилах и даже аренде. Решили раз в месяц мы офис снимать, зарплату, чтобы здесь приходить получать. Зарплату? За что? За какую работу? А нельзя не платить, потому что по кзоту. И это я признаюсь, между прочим, не просто хорошо, а даже очень-очень. Наконец российский наш народ начал понимать. Что значит слово кзот? Я в банк прихожу. Проходите, не стойте, у нас все в порядке, не беспокойтесь. Да я просто деньги хотел бы забрать. Куда понесете? Кому отдавать? Ну, в Сбер, Внешторгбанк, Газпромбанк, Москвы. Да что вы, зачем? Ну, подумайте вы. Ну, сколько процентов они могут дать? А я предлагаю уже 25. Нет, деньги мои вы, пожалуй, снимите. Могу взять под сколько процентов хотите. Хотите под 100 или, может, под 200? Не главное деньги, ведь мы с вами вместе. Это я замечу, между прочим, не просто хорошо, а даже очень-очень. Ведь запад загнивает. Попробуйте у них получить, не напрягаясь, 200 годовых. И это я замечу, между прочим, не просто хорошо, а даже очень-очень. А в том, что оборвался незатейливый мотив, и есть, пожалуй, главный в этой песне позитив.